танцы и баскетбол вместо сигареты и алкоголя. В Южно-Приморском парке прошла районная уличная акция, посвященная здоровому образу жизни. В парке развернулось несколько интерактивных зон. Жители могли поиграть в волейбол, попрыгать на скакалке, потягать гири, сделать зарядку или просто потанцевать под зажигательные ритмы. Красносельский район проводит постоянно такие акции, то есть это уже третье или четвертое мероприятие проходит. И это будет продолжаться непосредственно, постоянно. Вот, и планируем, наверное, еще летом что-нибудь вот придумать, какое-нибудь тоже такое мероприятие. Несмотря на скорее праздничную атмосферу и то, что гости гуляния, в основном родители с маленькими детьми, были здесь развернуты и вполне серьезные станции. Например, мобильная лаборатория, где можно было сделать тест на ВИЧ и задать специалистам интересующие вопросы. Каждый раз во время подобных уличных акций находятся те, кому необходимо анонимное исследование.